изрядно длится. Пора его утихомирить. Я ему покажу, как... Они больше. Ай-яй! Помирись! Что? Что? Сейчас по нам стреляют. Откуда это? Почему оружие? Почему не автозапчасти, не радиостанции? А какая разница? Работа та же самая. Просыпаешься, садишься на телефон, потом встречаешься с клиентом, обсуждаешь цену, доставляешь товар, получаешь деньги. Звучит, словно это скучно, но нет, это просто. Я делаю то же самое, что люди делали на протяжении тысячелетий. Меняю одно на другое. Это ты хочешь оценить мои действия с точки зрения морали. Сделать их злыми, безумными. Люди работают на оружейных заводах в Бельгии, в Штатах. У них там даже профсоюзы. Думаешь, ребята, что собирают радио Бангладеш, получают 40 тысяч в год при 40-часовой рабочей неделе? Ты слишком много думаешь о морали. Вот это и есть безумие.
очень внимательно. Есть новая цель. Следует объекту, отмеченному на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартная, негроянные алмазы. Поступит на твой счет по выполнению задачи. Вы слушаете «Голос народа».
Я попробую. Действует перемирие. Не забудь. Может, дистанцию держать будешь? Хочешь делом заняться? Могу помочь. Стоять! Ты знаешь порядок. Без оружия. Только посмотрите передачи по телевидению. Дети в наших лагерях умирают от дизентерии. Ужас, ужас. Ой, как грустно. Когда люди видят такое, они собирают деньги и посылают их страдающим. Да, ни один цент этих бедняк не добирается. Доберется когда-нибудь. А пока пусть лучше деньги попадают к нам. Конечно, знаете. Смотрите-ка, кто пришел. Если ты ищешь работу, есть. Давай, скажи ему. Мы уверены... Нет, я уверен. Я Куаси. А Форд шантажирует наших друзей на Западе, ограничивая поставки медикаментов. Да, так грубо. Соседняя страна купила какое-то количество природного газа. Поезд с ним в депо. Наш план — взорвать цистерны и сорвать сделку. Станция находится в 1,5 километрах к западу от Пала, на краю пустыни. Мы хотим, чтобы ты отправился прямо на железнодорожную станцию и взорвал цистерны с природным. Теперь цистерны очень прочные. Из винтовки их не прострелить. Придется подойти вплотную и установить взрывное устройство. А когда газа не станет, не станет и медикаментов. Ах, как печально. Отправляйся к железнодорожной станции и установи взрывное устройство на цистерну с газом. И осторожнее там. Это секретное задание. Каждый встречный враг, даже СНС. К востоку от станции. Thank you.
Что за херня стряслась? Кто ты? Это ты? Ты шумел? Где охрана? Значит, ты убил их? Ого. Ну, теперь я твой должник. Мое имя Иосиф. Скоро придут другие. Нужно сваливать. Только не вместе. Поодиночке будет быстрее. Увидимся у Майка. С меня пиво. Окей? Эй, спасибо. Я надеюсь, тебя не убью.
Сюда! Макгрудер Паул. Ведут себя как крутые наемники. Знаешь, кто они на самом деле? Клоуны недоделанные. Они хотят, чтобы ты взорвал цистерну на станции, так ведь? Я знаю об этом. Эту информацию можно использовать. Ладно, вон там есть ферма. Внутри прячется один парень. Какой-то чурбан из Объединенного фронта. Его нужно убить. Когда он умрет, только тогда тебе надо пошуметь у этих цистерн. Эта крыса из фронта удерживает целый состав солдатами. Он их не отправит даже в случае серьезного нападения. А мне эти солдаты нужны в чистом поле. У меня контракт на их командира. Этот командир из АФОД служил в Гурском полку. Дядя крутой. Если я его завалю, заработаю репутацию. Можете выбраться отсюда удастся. В общем, мой план. Я присмотрел местечко у прямого участка пути к востоку от топливного склада. Когда поезд тронется, я буду уже там. Рельсы будут как на ладони, а у меня будет детонатор. Я опускаю под откос локомотивы и первые вагоны. Потом я подхожу и подтверждаю гибель клиента. На выходе могут быть сложности. Нужна твоя помощь. Мы кое-что порушим, компаньон. Ты и я. Ай, босс, ранили меня!
Люди туда доберутся. Об этой скотине уже поползли слухи. Теперь он мертв. Тебе лучше поторопиться на станцию.